Каждый год в преддверии Дня Победы, в Великой Отечественной войне, моя мама вспоминает и рассказывает мне о моей прабабушке Колпаковой Клавдии Николаевне. Прабабушка родилась 12 апреля 1925 года. Жизнь во время Великой Отечественной войны была очень нелегка, трудна и опасна. Бабушка Клава была под Ленинградом, работала на окопах, ухаживала за больными и ранеными солдатами. На фронт для солдат бабушка вязала носки из шерсти и ваты. Летом она работала в колхозе. Колхоз был бедным, но работать приходилось много. Бабушка разрабатывала новину, готовила новые поля под посев, собирала камни и боронила новые участки сучковатой бараной. Ни война, ни голод не смогли сломать русского человека. Он смог победить эту страшную войну. Я очень горжусь быть правнучкой своей бабушки. И буду так же, как моя мама, рассказывать своим детям и внукам о своей бабушке, чтобы память о ней была вечная. Когда мама рассказывает про бабушку, у нее всегда текут в конце слезы. Я понимаю, что это слезы памяти и скорби.